Ребята, всех приветствую. Подъехали на эту лоджию. Отделочку делали не мы. Мы делаем вот такие вот шкафы, красавица. Шкаф красавчик у нас. Две ручечки аккуратно. Все узлы примыкания. Фальстена. Фальстена у нас по узел примыкания. Смотрите, с подоконником, как все четенько приходит. Все зазорчики, все по стене, все аккуратненько. Здесь мы открываем. У нас эта дверца, видите, не мешает нашему окну. Все четко упирается. Даже упирается в нашу поворотно-откидную створочку. Здесь у нас вот такое вот наполнение. Наполнение здесь у нас для всяких нужностей, коробочки, одежда висит. Здесь у нас под колеса такая. Колеса будут у нас 4 колеса здесь. Будет в пакетах, в чехлах, чтобы, соответственно, здесь одежда, чтобы запах от резины никакой не было. Вот такой вот результат получился. Теперь показываю вам с этой стороны. С этой стороны у нас зеркальный шкаф, аналогично тому шкафу. Наполнение здесь у нас немножечко другое, но все узлы примыкания у нас четенькие, тоже здесь с этой стороны идут. Вот такое вот у нас наполнение, открываю вам. Смотрите, наполнение для всяких нужностей, всякие тут чемоданчики, всякие тут коробочки. Здесь у нас морозильная камера, для морозильной камеры. Здесь уже мы вывели, соответственно, розетка была, мы ее перенесли на стену, на ЛДСП, на наш щит. Здесь у нас нужности, видите, какие идут. Здесь всякие там гладильная доска, пылесос, швабра, мыть полы. Короче, вот такой вот покажу сдалека вам, отойду. Блин, ну вообще как классно смотрится вот так вот. Поставьте лайк за это, потому что стараемся, снимаем видео для вас, чтобы вы видели, как мы это все делаем. Здесь такой вот результатик, видите. И с этой стороны вот такой вот. Но не круто, круто. Ребята, кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Кто хочет себе вот такие вот шкафы, звоните, подъедем, просчитаем, все сделаем в лучшем виде и без головняков. Пока!